Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и в этом видео я хочу сделать обзор на каталог Норхен. Это коллекция ювелирной бижутерии, и сейчас эта коллекция пополнилась новинками, и только с третьего каталога компании Oriflame начнет действовать этот дополнительный каталог. По поводу ювелирной бижутерии хочу сказать, что на мне сейчас как раз ожерелье и серьги из прошлогодней коллекции, то есть прошло больше года, но коллекция выглядит как новая. Мне очень нравится то, что во-первых, выглядит очень достойно, то есть это не как просто там дешевая бижутерия, которую купили за 500, за 1000 рублей. Очень сильно отличается по качеству, достойно, очень так увесисто. У меня таких комплекта два, и есть уже еще одно ожерелье, тоже буквально вчера его получила, бесподобной красоты. Из новой коллекции я пока не заказывала украшения, конечно же, глазки загорелись, сразу захотелось чем-то себя побаловать, но цены здесь не скажу, что высокие, но и не низкие. И сейчас у нас действует классное предложение в каталоге номер два. Можно выполнить в двух акциях условия или в какой-то одной из акций и получить уже в третьем каталоге дополнительно 30% скидку на любое украшение или на любой продукт, потому что здесь не только украшения, и в сумме получится 50% скидка. Но согласитесь, что здесь уже как бы стоит и подумать, и не просто подумать, а возможно и побаловать себя кое-чем. И я, кстати, даже сейчас вам расскажу, что мне особенно понравилось, и возможно именно это я себе закажу. Давайте приступим к просмотру каталога. Каталог Норхен с дополнениями начнет свое действие с третьего периода компании Oriflame, и эта коллекция специально создана для компании Oriflame, и заказать ее можно только через консультанта либо через личный кабинет консультанта. И в новой коллекции у нас дополненные аксессуары, очки и палантины. Первые же очки, которые я увидела, «Постельная романтика», на меня произвели сразу улетное впечатление, потому что это именно те цвета, которые сейчас очень подходят под мой цвет волос. Хотя здесь на модели показано на брюнетке и тоже смотрится очень здорово, но поверьте мне, как это красиво выглядит на блондинках, на рыженьких, это просто невероятно. Почему я знаю? Потому что у меня есть очки от Oriflame как раз вот в такой постельной гамме, и когда их одеваю, то это просто сразу вау, как красиво. Чем эти очки примечательны? Они сделаны с покрытием эмалью. Есть красивый кристалл на дужке, вот здесь хорошо видно крупным планом, красивые кристаллы. И чем эти очки примечательны? Надежный тип защиты, ультрафильтр 400 UV 400, линзы поликарбонат 100% и одобрена ЕС. И я думаю, что такая же информация будет на всех очках. Да, абсолютно верно. Вторые очки тоже очень красивые, они придают такого шика, лоска их обладательнице. Они сделаны, они называются «Прозрачный намек», и то, что мне понравилось, то, что они такой без конструкции, то есть воздушные просто стекла, и крепятся на тонкие металлические конструкции, и на дужках тоже красивый кристалл, который имитирует гематит. Обалденно красота, вот просто шикарно. Конечно, если будет возможность и в бизнес-центре привезут эти очки, постарайтесь их померить, потому что, конечно, глядя на модель, не всегда поймешь, подойдут или нет очки, но я, например, уже знаю, какая форма очков мне идет, и я на них смотрю и знаю, что такие мне не подойдут. Но, возможно, они подойдут кому-то из вас. И ярко-алые такие очки, красивые, они линзы темно-серого дымчатого оттенка, оправа такая эффектная, она подойдет не под любой гардероб однозначно, то есть здесь обязывает, ну, в принципе, как и любые очки, обязывает, да, подобрать одежду, чтобы очки были либо акцентом, либо классным дополнением к нашему такому к стилю, к имиджу. Вот всего трое очков, и далее изысканная нежность, это будет у нас кашемировый шарф. Он, я даже просто по картинке вижу, насколько он мягкий и приятный. Очень интересный окрас, это стиль амбре.
когда переход такой легкий, да, такой градиент от светлого к более темному, это, конечно, всегда выигрышно. И можно покрутить цвета, то есть выбрать тот оттенок, который вам сейчас больше подходит. Ну, это, конечно, очень красиво, особенно в сочетании с очками, на которые я запала, это, конечно, супер. Очень красивый шарф, торжество гармонии, здесь 100% вискоза. Такие сочетания геометрические, с орнаментами цветочными. Что-то, знаете, мне навеивает, что это что-то восточное, при этом, ну, как бы вот эти цветы, цветовая гамма, она очень богато смотрится. Я обожаю, когда перекликаются такие оттенки синие с теплыми, то есть холодные и теплые оттенки вместе, они просто смотрятся бесподобно, очень сразу ярко и привлекают внимание. Восхитительная легкость, тоже 100% вискозы, большой платок, то есть это уже у нас платок, здесь у нас были шарфы. Так, у нас здесь посередине бабочка и геометрический орнамент по кругу. Но что интересно, бабочку не будет видно, когда мы его одеваем на шею, да, мы видим только геометрию. Ну, достаточно такой интересный платок. Но вот яркий характер, это вот просто мое. Вот сразу увидела, еще ничего не читала, просто сразу запала на этот платок. И яркий характер для уверенных в себе, жизнерадостных особ. Ну вот просто все про меня. Кирпично-красная вставка, и мне понравилось то, что он получается разделен по диагонали и два разных рисунка, то есть можно делать или один, или другой, или развернуть наоборот, и будет с одной стороны с голубым акцентом, с другой с красно-кирпичным. Вот мне это очень нравится, прям сразу в душу запал. Еще один платок, благородная классика, тоже здесь у нас геометрия. Ну, он такой действительно классический, подходит под многие-многие вещи в гардеробе. А вот экзотический сад, это что-то просто прям нежность, нежнятина. Очень красивый мятный цвет. Я надеюсь, что здесь цвет передачи максимально точно, потому что этот цвет, он уже несколько лет такой вот в моде. И он подходит под многие варианты в сочетании цветов. То есть это такой мягкий, приятный оттенок, который как хорошее дополнение ведет себя. И далее идет коллекция. Я надеюсь, что вы уже видели эту коллекцию, мы даже снимали видео, но я все же немножечко повторю для тех, кто видео не смотрел. И первый набор — розовый кварц. Кстати, цены вы видите все указаны внизу, коды на кольца разные, в зависимости от размера нужно правильно указывать код своего выбора. И в этой коллекции у нас ожерелье, серьги и кольцо, очень красивое нежное сочетание. Следующая коллекция — алый халцедон. Слушайте, ну он, конечно, бесподобно красивый, и, честно говоря, когда я получила скидку дополнительно 30%, выполнив условия акции, то я прям вот посмотрела на эти серьги и думаю, как я их хочу. Но потом я вспомнила, в прошлом году из старой коллекции я себе как раз заказала серьги с яблоком, которые именно из такого же камня. Вот тянет меня на такие камни, он действительно очень красивый, благородный, такой, не знаю, мне кажется, этот камень такой прям сексуальный очень, что-то в нем огонь горит, так приятно. Белый топаз называется украшение, но как мы видим, что здесь не только белые кристаллы, да, и такие розовые, и очень интересная подборка идет, то есть белые кристаллы круглые, а розовые прямоугольной формы. Это, конечно, на любителя, кто любит такие сочетания цветов, потому что это украшение, оно уже обязывает подбирать по цвету одежду, либо это должна быть нейтральная одежда абсолютно. Синий агат, ну это такое универсальное как украшение, то есть если это украшение больше похоже какое-то на вечернее, то синий агат — это очень деловой образ можно создавать, в деле смотрится
красиво, очень красиво. Я видела такие серьги на девушке. Действительно, они прям притягивают внимание, особенно если в одежде тоже есть что-то синее, либо серый костюм, платье серое, либо вот подобрать прям цвет в цвет, будет очень красиво. Далее. Роух топаз, таинственный загадочный минерал, и коллекция тоже сделана так, своими изгибами, волнами, тоже передает, как бы придает загадочности, и вот эти линии, как да, движение такое инь-янь, тоже придает женственности этому украшению, хотя оно достаточно крупное, но выглядит очень женственно. И, кстати, камень рассеивает все негативное и дарит спокойствие. Волшебный камень. Как мне нравится это украшение. Розовый кварц, он, конечно, просто бесподобен. Но, на мой взгляд, все-таки такое украшение больше подойдет более молодым девушкам. И украшение не на повседневку. Однозначно это вечерний, праздничный вариант. На выпускной бал, на свадьбу. Оно просто бесподобной красоты. И когда я смотрю на эти вот серьги с капельками из розового кварца, вот у меня просто вот аж мурашки. Вот настолько оно мне нравится. Просто, просто супер. Просто бесподобно. Гематит. Почему-то у меня с гематитом ассоциация, что это холодный камень. И у меня его никогда не было. Хотя мне нравится. Мне нравится, как выполнены серьги. И тоже украшение вечернее. Такое сочетание с жемчугом всегда придает элегантности любому украшению, и место нужно подобрать соответствующее, куда попало, такие украшения не одевают. И мне кажется, такое украшение больше подойдет такой уверенной в себе, сильной женщине, и, конечно же, это вы. Обсидиан. Очень красиво обыгран камень, вот все вот эти завитеватости, геометрика, что-то такое вот просто восточное здесь звучит. Оно, конечно, очень красивое, особенно вот подвеска, она меня сразу просто очаровала, потому что на любом, знаете, как на любой ткани будет красиво смотреться, особенно если это однотонный материал, добавит, как сказать, такой вот мечтательности какой-то, да, вот эти все изгибы, будет просто шикарно. А вот эти серьги, я почему-то очень захотела их стать их обладательницей, потому что я себе как раз заказала ожерелье из прошлой коллекции, тоже с лазуритом, и, на мой взгляд, эти серьги как раз будут очень классно подходить, потому что серьги из той коллекции мне казались как-то более для взрослых женщин подходящими. А эти более девичьи, как я себя и чувствую девушкой, поэтому я на них прям любуюсь, и я люблю синие камни. Особенно если у вас голубые или синие, серые глаза, то этот камень, он подчеркнет, придаст больше глубины, привлекательности, то есть будет как усиливать ваш взгляд. Царственная грация, да, не поспоришь, действительно очень красиво. Малахит. Сразу вспомнила сказку про малахит. Очень красиво тоже все сделано. Необычно видеть бусы жемчуг зеленого цвета. То есть, да, сразу мы смотрим жемчуг, но зеленый. Очень здорово. Я всегда люблю все необычное и не похожее на что-то еще. Очень оптимистичный такой живой цвет, который вселяет радость, позитив. Согласитесь, что это, ну, бесподобная вот выполненная работа. Тигровый глаз. Тоже красиво, но работа, как сказать, вот серьги, на мой взгляд, немножко тяжеловато смотрится, хочется как-то вот такой легкости, но дерево, оно и предполагает, да, чего-то такого сильного, да, увесистого, бесподобной красоты. Тоже как-нибудь вот такое украшение хотелось бы тоже приобрести. Оно мне сразу понравилось. Это одно из тех, которые я сразу сказала: вау, прям моя любовь. И все вот эти сочетания цветов очень красивые. И то, что дерево здесь, и дерево с плодами в виде кристаллов. Просто супер. С
Смотрите, вы, конечно, выбираете сами, я говорю, что мне нравится. Это украшение хризопрас, тоже у меня ассоциируется с юной девушкой. Весна, лето, такая зелень бурная, сочная, бабочки, цветочки. Очень красивое, оно кажется, вот действительно его должна носить молодая, юная, звонкая особа. И тоже прекрасный вариант на выпускной бал, если ну, соответствующее по цвету платье у девушки, то это будет, конечно, шедевр, просто бесподобно. Следующее — лунный камень. Тоже интересно так сделано, прям как будто космическое небо звездное, да, и здесь вот лунный камень вставлен. Оригинальные цепочки такие интересные, то что подвеска висит сразу на двух цепочках, и как я понимаю, что они, по-моему, съемные, то есть можно на одной оставить, а может быть нет. Ну, очень красиво, не хочется на одной, очень красиво на двух. Соколиный глаз и змея, смотрите, какое интересное сочетание крылатого и, да, бескрылого, безногого, как сказать, существа, так скажем, но тем не менее очень такое провокационное украшение, так сказать. Да, здесь даже написано «игра в провокацию». Очень привлекательно, и в принципе, когда змея на украшениях, то это говорит вот эта змейка о том, что как бы мы становимся мудрее, мудрее, ловчее, не знаю, но действительно очень, очень оригинально. Следующее — гранат. Гранат, на мой взгляд, это украшение взрослой женщины, такой состоявшейся, мудрой, уверенный в себе, спокойный, тоже сделано такая неизбитые формы, прям такие мягкие волны, вот этот загиб прям приятно притягивает внимание, и сам по себе камень, он такой очень чистый, и тут написано знак преданности, я хотела сказать верный, да, преданный, яркий, интересный. Кстати, можно еще посмотреть по гороскопу, какой ваш камень. Карнелиан. Слушайте, ну здесь вот эти языки пламени обнимают камень. Очень красиво все тоже исполнено. Достаточно крупное украшение. То есть, если вы любите крупные камни, то это прям то, что вам нужно. Сделано необычно. Все украшения по-своему восхищают. Каждое кажется, вау, это еще лучше, а то еще лучше. И сейчас у нас зеленый авантюрин и розовый кварц. Тоже не, да, несочетаемых, кажется, цветов. Но в природе нет такого понятия, что цвета не сочетаются. Да, это уже мы придумали, художники, подбираем для лучшего восприятия для глаза цвета. Ну посмотрите, как это красиво, розовый, зеленый, это просто потрясающе. Жизнь как наслаждение. Необычная форма тоже привлекает, так и хочется рассматривать, как это переплетено, как это все друг с другом связано. Здорово. Дальше — яшма. Вы знаете, у меня было ощущение, что в эту каплю спрятали тайну, как какое-то мистическое вот украшение. Смотрите, вот здесь вот на картинке показана задняя стенка серьги, то есть спереди у нас идет такая вот как орнаментом сделана, а сзади открытый камень. Выглядит, конечно, это очень достойно, такое спокойное украшение, его не можно на каждый день, не обязательно как вечернее. Мне понравилось. Да, оно необычное, его хочется рассматривать, и все время пытаешься понять, а что там, действительно такая тайная мистика. Броши. Черная шпинель, ведущая за собой. То есть это такая кошка, которая усыпана черными кристаллами, да, такая магическая. Мышка, ироничный акцент с диапсидом в области глаза, да, глаз диапсидный. Мышка — это символ года, думаю, она поэтому пользуется популярностью. Розовый кварц и паук, но это вообще просто такой контраст, я пауков как-то не очень люблю, да, но он такой нежный, такой миленький, что думаешь,
такой милый паучок, неожиданно. А вот это моя любовь с первого взгляда, тигровый глаз. Это желудь, и все это усыпано кристаллами. Смотрится, конечно, просто бесподобно. Вот это та штучка, которую действительно хочется обладать. И, кстати, по цветам будет подходить под многую одежду, то есть под разные оттенки, и под платье, и на костюм, и на, да, водолазку можно такое закрепить, на жилетку. То есть шикарный, шикарный аксессуар, я бы так сказала. И здесь у нас в конце мелко уже более подробное описание с размерами и с ценами и так далее. А вот как подобрать себе колечко? Смотрите, у нас здесь есть выкладка с колечками. И если вы не знаете, какой ваш размер, и, например, вы знаете, на какой пальчик вы хотите колечко, например, вот на безымянный. Я снимаю свое колечко, прикладываю и смотрю, какой размер. Вот безошибочно у меня получился 16 размер. Я сразу его угадала. Этот уже побольше, видите, они по чуть-чуть, везде идет прирост. То есть вы таким образом узнаете, какой, как правильно подобрать вам нужный размер колечка. Вот, в общем-то, на этом обзор наш закончен. Желаю вам очень приятных покупок, балуйте себя. Если что-то понравилось, то используйте максимальные скидки, которые предлагает компания, и радуйте себя новыми аксессуарами и украшениями. С вами была Лилия Донскова. До новых встреч. Пока-пока.